Раз, два, три. Thank you.
раз, три. За спинник. Мельница. Спираль. Наружу. Спираль внутрь. Заканчиваем. Раз. Два. Три. Пирамида. Огонь. Я военнослужащий контрактник Семеновского полка, мотоцикловой роты специальной, инструктор по рукопашному бою. Расскажите, как вам поступило предложение выступить как флагзамец и как вы на это реагировали? Ну, это была инициатива администрации, отдела культуры. Просто у нас уже были разные показательные выступления, очень много в интернете это выложено. Вот. И ребята, я как бы видели это в интернете, заинтересовалось. Ну и как, мимолетом так был задан вопрос, вот вы уже выступаете, а у нас могли бы. Ну, мы так задумались, и выяснилось, что да, мы могли бы. Поэтому 2 месяца мы вообще вели подготовку, чтобы можно было это все сделать в рамках абсолютно безопасного и законного нашего посещения здесь. То есть готовили показательное выступление. Подготовка бойцов позволила, в принципе, все подкатать без особых помех, без особых там каких-то накладок. Вот, ну, попросили меня с отдела культуры, то есть выяснить, как это можно организовать. Вот, я выяснил, организовали, ну, и после этого мы здесь. Вот, а подготовка у нас идет постоянная. На самом деле, все, что вы видели, это элементы боевой подготовки. То есть, то же самое освобождение заложников, те же самые тактика «Трилистник», то же самое смена магазина, то есть, когда бойцы также точно передвигаются в условиях города.
вот, за укрытиями, за углов, за столбами, там, за стенами высовываются, друг дружку прикрывает, меняет магазин. Это все такие же точно тактические наработки. Там красный, зеленый, держу, то есть там сектора огня, то есть взаимодействие двойками, взаимодействие четверками, группа входа в здание, движение по зданию. Вот то, что в конце вы видели, вот элемент, когда бойцы друг на дружке на спину встали, это на самом деле элемент боевой подготовки, при помощи которого, называется он пирамида, при помощи которого бойцы по нормативу 4,5 минуты они должны забраться на крышу пятиэтажного здания. Вот так друг по дружке. Это нет вообще в условиях ведения боя в городе. Это очень правильный тактический прием, чтобы забраться на верхние этажи, на балконы, там, проникнуть в здание там, с неожиданной для противника стороны. Поэтому это наши просто элементы боевой подготовки, которые проделаются. Нас регулярно просят ветераны, конечно, мы выступаем и в качестве, в рамках патриотического воспитания, то есть и со школьниками, и перед ветеранами, то есть очень много у нас как бы таких бывает моментов, кому-то надо показывать саму лицо, там сказать, да, так сказать, то есть какая подготовка ведется, как все, что все вы видели, кого бойцов, это все вчерашние школьники, кто-то прослужил 10 месяцев, самые, которые взрослые, а остальные прослужили по 4 месяца, там, по 5, вот. Поэтому все у нас полково организовано, непрерывная боевая подготовка, постоянная выезд на полигоны, постоянная работа в городе, то есть постоянное обучение, планомерно, целенаправленно. То есть, вот, ну и периодически нас просят, мы выезжаем как бы по приказу командования, при согласовании с администрацией города и поступаем приказы. Вот еще у меня было показано. Школьник из 4-й школы. Да. Кто его готовил? Его готовили в школе? А, ему с папой повезло, вот. И он у нас просто служит, и он периодически его приглашает на полигон, он проходит такую же подготовку, то есть по боевой акробатике, то, что первые увидели перекаты, то, что стреляют бойцы, это элементы боевой акробатики, при которой боец постоянно смещается, двигается, то есть ведет огонь по противнику, попадает, меняет магазин. Вот. Ну и он как бы участвовал, поэтому мы его так периодически просим, чтобы он нас подстраховал, поддержал там. Вот. Он побоялся сильно бить бойцов, на самом деле, в сценке, вот, поэтому так вот, не до конца. Ну, а так вот, да, товарищу просто повезло, он с нами, как сын полка, можно сказать. Хорошо, спасибо большое. С праздником.